Факт незаконного перемещения через таможенную границу ПМР огнестрельного оружия и боеприпасов был выявлен сотрудниками таможенного пункта пропуска Дубосарский мост в ходе осуществления ими таможенного контроля над транспортным средством, следующим из Молдовы на территорию Приднестровья. Задан вопрос, перемещают ли он какие-либо товары, оружие, боеприпасы, спецсредства, предметы старины, культурные ценности, а также какую-либо валюту. Данный гражданин на все вопросы ответил, что он не перемещает. В результате таможенного досмотра в черной барсетке был обнаружен боевой пистолет Макарова с тремя патронами в нем. Задержанный гражданин Молдовы пытался схитрить, утаив от таможенников, что в его машине находится еще и упаковка охотничьих патронов. Еще есть патроны охотники? Да, да. Вы охотник? Да. Ну как, есть охотничий билет у вас? Нет. Однако при проверке заявленных сведений тайное стало явным. В деянии задержанного гражданина были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 185 Уголовного кодекса ПМР – контрабанда. Аналогичный инцидент произошел на пункте пропуска Вадулы Воды Дубосарской таможни. При проверке сведений, заявленных жителям Бельц, следующим в Дубосары, в отсеке подлокотника его авто таможенники выявили 18 патронов калибра 9 мм и 10 патронов к нарезному спортивно-охотничьему ружью, относящихся к категории боеприпасов.